Чого я там такой? Я все погрузил. Кто это такой там? Кто это? Может быть, эти же грузчики и это и украли. Меня кто-то подставил. Я правда это сделал. Я даже не так делал. Только как могу так зайти. Да ничего я не крал. Я не мог украсть квартиру мастер. Будь здоров. Будь здоров. Мы проверим в эту сказку про белого бычка. Никто, конечно, его не обманывал. И уж тем более не использовал. Он говорит, что только вот доверили переезд, осуществить вещи, выгрузить, погрузить. Но на самом деле это не так. И вот эти выдумки о выгрузке, погрузке, конечно же, они нелепые. Потому что тебя задержали, ты помнишь с чем, да? В электричке, ты при тебе имел что? Часть вот этих вот похищенных драгоценностей, да? Серьги, кольцо, браслет. Или ты скажешь, что сумка это не твоя была, в которой они лежали? Моя сумка. Моя сумка, подождите, сумка-то моя, ну я правда, ну может быть я самоточ ее прихватил там, или что?